из Попова. Бенджамин Павел Дуду забивает первую трешку. Никак не получается у викингов попасть. Дистанция, отличная передача какая-то. Вместо Раданова и Джулен Морган. Вместо Данила Походяева. Чебашек кладет еще одну трешку. 10. Видение площадки. Джулен Морган. Отличная оборона. Чебашек в угол на Батавилова. Григорий. Свободную трешку. Не просто так она на бумаге говорит к этой встрече. Микульский. Трешка в ответ. Буквально 2 метра до дуги. Раданова. Причем Алекса даже особенно не поверил. Так, очень быстро его обокрали. Огонь Бэмми Джексона в угол на Чебашика. Якоб 3. Есть. Конечно, радуешься за Савина, который получает такую роль в команде. Якоб Чебашик в первой половине. И вот теперь вторая. Конечно, Джеремай Хилл очень сильный игрок. Огонь Бэмми Джексон отвечает своей трешкой. Ну-ка, Надес на мяче. И здесь не разобрались в обороне викинги и даже в атаке Минск. Бэмми Джексон через Джулена Моргана по высочайшей траектории. Невероятно. В этом матче, что, собственно, в принципе, баскетболе это очень частое явление. Бэмми Джексон забивает 3 очка. Очень много подборов в среднем, что, конечно, поражает. Хороший дриблинг, но не менее классная оборона. Ступета сверху. Илья Попов там. Давилова, Григорий. Очень быстро заходит 3-секундную. Ступета, второй дан.